Добрый день, друзья. Сегодня 11 мая и четвертый этап по выводу маток. То есть мы сейчас проверяем на прием и переводим стартер в воспиталку. Кошки шкребут, потому что когда прививку делали, погода нелетная была, дожди, похолодало, поэтому переживаю, какого качества получится у нас матки в этом году. Значит, давайте сейчас посмотрим вместе, что там, какой прием. Так, то сегодня на кладке выезжаем. И еще одна работа. Так, это мы ложили им сиропчик. Они его почти скушали. Так, ну и что? Значит, посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Значит, 19 из 22, да? Да. А что? Из 20. Ну, одна спорченная была, одна опала. Это здесь, да? Ну, там, посмотри, там же ж нету на одну. Ну, если это рамка. Ну, там на одной же ж не было. Нет, это не эта рамка. Нет? Нет. С 22, 19. Ну, в принципе, неплохо. 3 не принялось. Значит, как мы сейчас будем приводить в воспиталку? Тот расплод открытый, который мы доставали, когда отсаживали матку на одну рамку, это, по-моему, было во втором видео, второй этап. Значит, мы это, там были яйца. Сейчас там уже открытый расплод. Мы эти две рамочки, значит, переставим, поставим возле этих маточников. Значит, пчела будет кормить личинку, вырабатывать маточное молочко, ну и, соответственно, кормить личинку, которую поставили на прием. Пока так. Так, и теперь здесь смотрим на прием. Там мы поставили рамки с открытым расплодом. Так, сиропчик не доели тоже. И теперь смотрим результат. Так, раз, два, три. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемь, девятнадцать, двадцать. 21. Здесь 21 маточник. Но не факт. Бывает так, что прием как бы 100%. Но потом вылупляются. Ну, может быть, некоторые не вылупляются. Но пока что здесь прием 100%. 21 закладывали, 21 прием. Сейчас будем ставить открытый расплод. Ну, как бы
и все. Наша задача пока что выполнена. Так, все, друзья. Времени во мало, потому что сейчас ульи надо увязывать, готовиться к выезду. Сейчас ставлю открытый расплод, перевожу стартер в воспиталку. Прием отличный, так что дай бог, чтобы все было благополучно. Похолодание как бы не повлияло. Самое главное, чтобы концентрация пчелы была очень большой в этом стартере. Тогда должно все получиться. Что еще? Значит, кто будет собирать дополнительно, вот как мы делали, рамки с расплодом и пчелой, для того, чтобы увеличить количество отводков, значит, ну, видео уже не попадет, надо будет через 7 дней перебрать эти рамки и посрывать, повыламывать маточники. Там уже, собственно говоря, не будет такой личинки, на которой можно потянуть маточник. Но маточники, которые заложат, нужно их повыламывать. Все, до новых встреч, подписывайтесь, а мы поехали вывозить пасеку. До новых встреч!